Ребята, здорово всем! Вы на канале Рыбалка и многое другое. Как всегда у нас распаковочка. Что-то новое достану из своего мешка. Не знаю, что это такое. Тяжелое, что-то тяжелое. Ну что, давайте, не тратя время, раскроем и посмотрим, чем нас порадует Китай. Так, как всегда, беру свой инвентарь. Это ножницы. Ага, вот с этой стороны. Сейчас посмотрим. Что здесь находится. А здесь, ребята, находится то же самое. Блесна. Блесна за 3 копейки. Ну, так говорят. Ну, недорого. Там по 20 гривен. Ай, блин, поймался уже. Вот, которыми не жалко рыбачить. Ух ты, класс. А взял я еще 3 блесны. Вот таких вот расцветок. Ну, расцветки щучьи, окуневая. То есть здесь уже, ну, не поспоришь. Все прогонистые. Класс. Класс. Я доволен. Сделано супер. Вот я просто вот одну беру. Сделано супер. Ну, смотрите. То, что надо. Оранжевое брюхо. Зеленая спина, переход такой салатовый и черный окуневый окрас. На другой стороне она просто белая. Вот так, но сделано класс. И прикол в том, что она еще в серебряную крошку блестящую. Забецана. И то же самое крючочек вот с перышком. Это первая блесна, самая большая. Но их я уже буду испытывать только весной, летом, осенью. Все, а сейчас зима, мы только смотрим и запасаемся. Так, ну вот это потоньше, конечно, вот это потоньше уже. Если та пошире, вот она тоже как лепесток, латочка такая, то это потоньше. Видите, она тоже изогнутая немного. Вот это уже потоньше. Таких блесен у меня нету, но будем работать. А то возьмешь блесну там за 60 гривен, за 100. А если за 200, еще, блин, в коряге где-нибудь оставишь, там с берега покидать, это все. А если еще не одну, это аж за сердце рукой хватаешься. Вот это поменьше получается. Это самая маленькая. Но она пошире. Блесенки разные, соответственно и размер разный. Но окрас одинаковый у них, я специально брал. Я для них коробочку возьму специальную отдельную, чтобы их содержать. И теперь я уже научился, где какими блеснами нужно работать. Так, теперь наш козырный. Инвентарь, это весы. Сейчас будем замерять. Так, начнем с самой большой. Самой большой и весистой, тяжеленькая. Так, сейчас мы его положим. 18,25. Короче, 18 грамм блесна. Вот на такую расцветку я даже над берегом судака на Днепре упасил. Так.
Теперь тоненькая. Самая тоненькая блесенка. Так. Самая тоненькая у нас 13 грамм 36. Ну, короче, почти 13,5 грамма. Теперь поменьше и чуть пошире. Ну, это, наверное, грамм 11 будет. А не, 9,75. Ну, практически 10-граммовка блесенка. Готовимся к весне, к лету, экспериментируем, ребята. Такие короткие обзоры на моем канале. А пока, народ, ставь лайк, подписывайся на канал и смотри следующее видео.